В общем, всем утро. Как меня зовут? Доброе утро. Доброе утро, ребят, всем. Сегодня у нас 30 мая, время 4:44. Видите? 4:44. Это значит, что сегодня у моей жены, у Крис, день рождения. Сейчас поеду Крис за цветами с утречка, сделаю утренние ритуалы, утренняя тренировочка. И завтра будет для нее подарок. Ну, покажем мы сегодняшнем этом видео. Вчера, кстати, я начал уже готовить вот этот вот наш балкон под маленькую студию видеосъемки. Вчера сделал вот эти жалюзи. Кстати, это было действительно сложно. Я очень давно этим не занимался. Сегодня нужно разобрать вот эту всю штуку сзади. И сделаю сегодня эту студию. Сейчас осталось разобрать вот эту штуку, и моя комната будет готова. Кстати, из этой штуки получится отличная полка. Сейчас еду бегать, хоть и подъем был достаточно ранний, в 4:30 утра, но вот из дома выхожу только без 10:08. Но зато я сделал большое дело. Я почти доделал свой балкон. Сейчас заберу свою одноклассницу, с кем учились вместе в школе. Вместе сегодня бегать будем. Она, кстати, не в России живет. Ты подъехал вместе? Да, я стою. Давай, сейчас я через 3 минуты или 5 выйду. Давай быстрей. Здравствуй, Саляра. Или вот такие, они крупнее. Такие? Ну, вот, либо вот эти. Цветы жене взяли. Лерка выбирала цвет. Крис, с днем рождения тебя. Всего тебе самого-самого. Жена, иди, забирай. Еще нам сегодня пришла посылочка. Сейчас вам покажу. Вы посмотрите, какая красота. Бомба. Красавчики. Смотрите, сколько нам всего прислали. Здесь шоколадки. Фисташки, печеньки, всякие шоколадки вишневые, шоколадки шоколадные, еще печеньки. Прекрасно. Это просто прекрасно. Бумбар, спасибо. Очень.
забывай за шапку. Шапку у тебя голова волоса завязана. Что, тебе не нравится здесь сидеть? Мне бы тоже не нравилось. Да, дочь? Не кайф там сидеть. Ты что, все синенькие? Ой, я тоже под цвет. А вы вас ждали. Все, поздравляем Пару, тебя потом поздравим. Хорошо. Да, на камеру. Удачи тебе. С днем рождения. Вы сейчас поцелуйчиком моим. А тебе мы более полезны такой. Ой, это прекрасно. И это прекрасно. Ой, все, спасибо. Короче, подождите, у нас маленькое пояснение. Вот это вот. Закричали. Ладно. Ну все, не плачь. Ну что, давай пояснение. Пояснение, короче. В Засике очень вкусные свиные ребра есть. Вообще, я считаю, что вам их надо попробовать. Прекрасно. Ну, короче, вот. Отлично. Все, не сходите. А еще есть пояснение? Миш, скажи, пожалуйста, рад сертификат в «Читай город». Конечно, правда. Я же говорю. Сейчас просто дилемма была. Правда, прям очень крутой подарок. Короче, есть вкусные свиные ребра. Обязательно их закажите, да, они прям помба. Еще у нас остались деньги, и мы еще купим. Крис, ну-ка. Ой, я. Да вы в объектив смотрите. Ура! Как у тебя настрой перед походом за подарком? Ох, я эти минутки считаю. Ты переживаешь? Я? Нет. Я прям всегда жду. Вот, осталось ровно час и 4 минуты. Нет, в смысле, у тебя вообще нет страха никакого? Нет. А если плохо будет? Нет, не будет плохо. Я знаю, что будет хорошо. Ты уверен? Да. Ё-моё, мне пластмасски сделали идеально. Ну, кажется, пластмасски. Да ничего нет, это я ела мясо. А тут вдруг там какие-нибудь штучки. Да я прям... Единственное, что я переживаю, что у меня такое ощущение, что я буду улыбаться, и всем будут светить в глаза. Ослеплять. Что не очень сильно белый. Переживаю за то, что мне надо будет загорать или под темным чем-нибудь краситься. Потом думаю, что ладно. Все, мы приехали. Идем ставить.
весь рот не мой. Как показать? Денис. Я вообще не чувствую. Делаю? Сейчас, Гади. Как ощущение? Как я, ну, устала, во-первых, во-вторых, вообще ничего не чувствую. Такие крутые. Такое ощущение, что у меня это... У морелатки такие зубы. Что ты теперь белый? Блин, у тебя белее, но ты... Нет, потому что на свет стоит, вот так стоит.